Здравствуйте! Наконец-то программа «Калейдоскоп» вышла из отпуска. Надеемся, что вы нас ждали. И вот мы перед вами, отдохнувшие, набравшиеся сил и жаждущие рассказать массу интересного. Совсем недавно в нашей стране отмечали День семьи, любви и верности. Какие события, приуроченные к этому празднику, прошли в нашем городе, расскажем в следующем сюжете. День семьи, любви и верности в Рязани, как и положено, отметили тепло и по-семейному. Вечером 8 августа в городском парке мамам, папам и их детишкам можно было провести время не только весело, но и с пользой для здоровья. Облачившись в спортивные костюмы и подхватив маленьких членов семьи на руки, самые активные семьи Рязани могли поучаствовать в легкоатлетическом забеге в рамках проекта «Бежим круглый год». Конечно, все знают, что сегодня день очень хороший, да, такой для начала новых дел, да, день семьи, любви и верности, да. К нам в управление обратилась инициативная группа из детских спортивных школ муниципальных, школа «Орион», школа «Антей», общеобразовательная школа номер 56, с предложением провести в нашем городе проект «Бежим круглый год». Сделать знак каких-то определенных интересных событий, как, например, сегодняшний праздник, да, или следующий забег у нас будет в сентябре, посвященный Дню красоты, вот, или на День учителя следующий, там, или день рождения Деда Мороза. И мы решили поддержать такую инициативу и провести действительно такие массовые забеги, которые объединяют не только семью, да, как сегодня, но и объединяют жителей города Рязани. Не только спортивные мероприятия могут сплотить членов семьи, но и традиции семейного чтения. Так считают в Центральной детской библиотеке. Ее сотрудники утром были на своих рабочих местах, а сейчас они уже перевоплотились в сказочных персонажей и готовы устроить веселый праздник. На интерактивной площадке с книгой дружит вся семья. Самая главная цель – это привлечение читателей в Центральную детскую библиотеку, культура чтения. И самое главное, это возродить традиции семейного чтения, чтобы читать вместе с родителями. Это очень прекрасно для детей. Программа праздника включила в себя конкурс рисунков на асфальте, море веселых игр, дискотеку мыльных пузырей. Ну а веселила детей и их родителей пчелка Майя. Этот сказочный персонаж уже успел полюбиться постоянным посетителям праздников, которые регулярно устраивает для своих читателей Центральная детская библиотека. Даже некоторых уже в лицо знаем, те, кто постоянно посещает такие мероприятия. И некоторые даже приезжают из других районов и говорят, просто вот хочется к вам приехать, посмотреть. Мы приглашаем ведь не только детей, да, так как мы ведем обширную работу с семьей, потому что детство начинается где? Это в семье. И самым главным приоритетом для нас в работе является семья. Мы приглашаем родителей. Если у них есть какие-то вопросы, на которые они вдруг не могут найти ответа, мы рады им всегда помочь. В прошлом году в этот же день была организована большая выставка редких экземпляров книг о Петре и Февронии. В этот раз ее заменили буккроссингом, так что каждый мог взять понравившуюся ему книгу, оставив свою взамен, или получить ее в качестве приза за активное участие в конкурсах и викторинах. Ну а на следующий день, 9 июля, в библиотеке имени Горького открылась фотовыставка, посвященная Дню семьи, любви и верности. Ее название «Семейной радости» говорит само за себя. Около полусотни фотографий представляют посетителям 47 счастливых рязанских семей. Каждым снимком фотографы постарались передать атмосферу любви, заботы и взаимопонимания, которые царят в этих семьях. Заряжают эти фотографии. Просто вот библиотекари, которые нам помогали, да, руководители, они говорят, что они просто пока с нами эту выставку готовили, они зарядились какой-то эмоцией хорошей. Поэтому если вы хотите, у вас такой там пасмурный день, или вам как-то не очень хорошо, и начальник вас поругал, придите, зарядитесь от наших фотографий. Возможно, вы тоже найдете в своем альбоме что-то счастливое, и вы поймете, что у вас не просто семья, а семья счастливая. Елена – одна из руководителей клуба «Счастливая семья». Именно этот клуб совместно с библиотекой имени Горького и выступил организатором выставки. «Счастливая семья» существует в нашем городе уже четвертый год. Эта организация объединяет уже сложившиеся семьи и ведет работу с подростками и детьми из детских домов, у которых семейная жизнь пока еще впереди. В этом клубе их учат чтить семейные ценности и традиции, а также понимать, что семья в жизни каждого человека – это самое главное. Мы проводим
проводим ежегодные какие-то выставки, какие-то праздники, Новый год своими руками, например, да, проводим встречи со специалистами, с врачами, с психологами, но это по запросу членов нашего клуба. А также у нас постоянно ведется мамина школа, но не думайте, что это та мамина школа, про которую там, ну, врачи говорят, у вас начались схватки, дышите так. Нет, это мамина школа, именно связанная с семейным, ну, с нашим опытом пережившим. То есть мы учим девочек, сколько времени нужно, ну, как распределить свое время, как правильно кормить детей, как сделать так, чтобы муж тоже о тебе не забыл, и что, оказывается, он понял, что семья – это счастье, а не то, что ребенок отнял у него жену, и он склоченный ходит по дому. То есть мы делимся какими-то семейными тонкостями. Эта фотовыставка – еще один проект клуба. А на фотографиях, представленных здесь, можно увидеть тех, кто уже успел в него вступить. Кстати, некоторые из них пришли на открытие и поделились своим секретом семейного счастья. Жить. Просто жить. Жить, уметь радоваться, уметь поддерживать и любить. То есть самый главный секрет – это любить то, что ты делаешь, любить свою жизнь, любить то, что вокруг тебя, и быть благодарным. То есть, наверное, секрет – то, что мы благодарны друг другу, что мы вместе, что мы поддерживаем друг друга, что мы счастливы. Здесь также можно познакомиться с книгами о семье, материнстве и детстве, которые работники библиотеки подобрали специально к открытию выставки семейной радости. Ну а работать она будет на втором этаже библиотеки имени Горького до конца июля. Пока Рязанский государственный цирк находится на капитальном ремонте, частыми гостями нашего города стали цирки «Шапито». Многие считают, что они уступают стационарным. Однако приехавший к нам совсем недавно цирк «Сафари» полностью опроверг это мнение. Огромный африканский носорог, который послушно выполняет команды дрессировщика. Боксерский ринг, где один из спортсменов – кенгуру. Веселые собачки, вызвавшие шквал рукоплесканий у переполненного зала. Воздушная гимнастка, словно птица, парящая под куполом. Клоун-пингвин, над которым смеялись и дети, и взрослые. И, конечно, царственные тигры. Сложно поверить, что все это – передвижной цирк «Шапито». То, что мы приехали, это совместный труд и директора Рязанского цирка, и наш труд, тем более, что мы являемся, частично являемся, кто-то представители цирка Никулина, кто-то представители Росгосцирка, кто-то приват-артисты. Поэтому здесь такой микс профессиональных, именно профессиональных людей, которые собрались, и чтобы не дать Рязани отвыкнуть от цирка, именно профессионального цирка. Яркие костюмы, изящная хореография – номера, погружающие в атмосферу сказочного путешествия по существующим и несуществующим странам. Именно волшебная атмосфера и легкость, за которой стоит титанический труд, вот что отличает истинное цирковое искусство. Для «Шапито» эта программа не совсем обычная, потому что «Шапито» – это стандартный набор. Это силовые жонглеры, какие-нибудь там пару-тройку животных и на этом все. И когда зрители к нам приходят, первую неделю приходят те, которые именно ходят в цирке «Шапито». А вот уже следующую неделю приходят действительно зрители, которые ценят и понимают именно творчество и действительно искусство. Вот мы старались, перейдя в цирк «Шапито», сохранить именно суть циркового искусства. Молодые, но именитые артисты приехали, чтобы показать в Рязани номера, которые покорили мировую арену. Анастасия стала золотой медалисткой фестиваля в Монако и получила свою награду из рук самой принцессы. Анастасия изящно и непринужденно выполняет сложнейшие трюки без уздечки, что называется «на голой лошади». Они никогда не врут. Им незачем это делать. Они живут чисто природой. И в этом они просты. Если ты знаешь их язык тела, и если ты прост с ними в общении, и они тебя понимают, вы горы свернете. А этот номер готовился с 2000 года. Свет он увидел в 2002-м. С ним артисты завоевали золото на фестивале в Монте-Карло, а теперь предстали перед рязанскими зрителями. Каждый человек может что угодно, просто он об этом не знает. Меня с детства так поставили на это и сказали, вот учись. Я учился постепенно, не все сразу получалось, но все приходит с опытом. В завершение представления цирковые артисты приготовили сюрприз – настоящий фейерверк. Рязанские зрители могут успеть на цирк «Сафари» до 19 июля.
10 июля в России отметили День воинской славы. Однако вспоминать воинов-героев стоит не только по праздникам, но каждый день. Дмитрий Матвеевич Плоткин рассказал нашей съемочной группе о календаре мартирологии, который увековечил память 95 погибших рязанцев. Этот настенный календарь не привязан к определенному году. В нем числа не распределены по дням недели. Его специально выпустили именно таким, чтобы смотреть можно было из года в год и передавать из поколения в поколение. И если традиционно в календарях красным отмечены праздничные дни, то в этом все числа красные, а черным обозначены даты, связанные с гибелью рязанских сотрудников правоохранительных органов. Я увидел вот в комнате, где собираются матери погибших, вдовы, дети, листки просто А4 вот такой белой бумаги, где были на ксероксе распечатаны фотографии погибших сотрудников. И представитель совета матерей, представитель совета семей вот погибших Галина Котова, у него был единственный сын, который погиб в Чечне, сотрудник органов внутренних дел. Говорит, у нас мечта выпустить вот такой как бы вот календарь, чтобы мы могли видеть, в какие дни кто погиб, и могли и молиться за ребят в эти дни, и встречаться, и звонить друг другу. Портреты 95 сотрудников, погибших в период с 1969 по 2013 год. Стихи Нурислана Ибрагимова и Дмитрия Плоткина и «Вечная память». Все это на страницах календаря мартиролога. Именно так окрестили этот уникальный проект в нашем городе и за его пределами. Это совершенно новое явление в издательском, как говорится, деле. Такого в мире еще никто не делал. Активную роль здесь сыграла вот Галина Котова, она нам подбирала фотографии, данные о погибших. Мы собрали здесь фотографии погибших сотрудников органов внутренних дел, правоохранительных органов, здесь пожарные, за 45 лет. Издание подготовлено пресс-службой прокуратуры Рязанской области совместно с Советом семей погибших сотрудников. Выпущено 500 экземпляров, которые вручили семьям, направили в районные правоохранительные органы Рязанской области и в экспозиции областных музеев. При этом средств на календарь никто не выделял. Я сразу оговорюсь, что мы сделали календарь, который вручаем матерям погибших, вдовам, детям. И на этот календарь не ушло ни одного рубля материальных средств, поскольку все люди, которые работали по этому изданию, все понимали значимость и все сказали, неужели мы для матерей погибших, для вдов не сможем сделать что-то вот так просто, бесплатно, так как вообще должно быть в государстве. Этим людям нужно отдавать все. Каждый портрет – это судьба. Горячие точки, задержание преступников. За всеми фото своя трагедия, своя история. В задумках, по признанию Дмитрия Матвеевича, написать о каждом из героев очерк. Работа в этом направлении уже началась. Ну что ж, на этом наш первый послеотпускной выпуск подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи!